рыбка плывет, обалдеть. Привет, ребят. Я на ближних торф-карьерах, где открывался уже середина, в принципе, сентября, уже даже ближе туда, к концу сентября, решил просто проверить, как это место, как изменилась карта. Воды, в общем-то, не прибавилось, хотя уже дожди такие, даже ливневые проходили. Воды как было, так и есть практически. Опять же, продирался сюда. Высадил чучела, время уже где-то 4:30, ну темнеет уже сейчас, конечно, значительно раньше. В районе 8 уже хорошая темнозорь, даже уже 7:30, там с 7 до 8 такая темнозорь. И пока сюда шел на этот вот пятак, на эту бровку сюда, поднял 2 стаи уток. Сидели они, как обычно, вот в тех углах. Да и сейчас там то ли 1, то ли 2 утки на том краю сидят. Я даже отсюда не вижу, даже в бинокль, по-моему, 2 сидят просто. И... Причем я чучела высаживал, хоть бы что. Ну, сел я сюда, на этот бережок, на свой любимый. Пью чай, сижу. И вот сейчас утка по левому краю плыла, куда-то плыла, плыла и уплыла. Вот что-то интересно очень происходит. А стаи ушли. Стаи ушли, ну, туда, в те крепи. И, конечно, без охотников их, ну, их никто не поднимет, потому что сейчас уже все, уже будний день, осень, и охотников уже, конечно, значительно меньше, чем летом, в августе было. Пока все прекрасно, ребята, ветерок, как обычно, к вечеру он будет стихать, и даже уже на небе вот такие вот просветы, хотя заходил я, было совсем пасмурно, очень облачно, я уже думал, даже дождик пойдет, поэтому, в принципе, ну и костюм осенний, непромокаемый, он, пожалуйста, уже и синее небо, и возможно нас ждет прекрасный осенний вечерок. Там вот где-то чучела сидит, и вот там, да, это утка или пара. Ну, будем ждать. Ага, вон. Отец с сыном. На охоту, на рыбалку они куда там. На рыбалку. Вон, спиннинг. А может, брат с младшим братом. Вот это, ребята, нормально. Только без жилетов, конечно, но опасненько. Стая пошла. Может, на круг? Не хочет.
Не, ну такая стая сейчас классная, четверка. И она низом, они низом, низом, вот так вот низом. Потом тут вот уже взлетели, вот, и пошли дальше. Вот туда. И один, нет, тройка почему-то осела где-то вот там вот. Или улетела. А одиночку я манком все-таки начал заворачивать. Прям вот так она начала заворачиваться, но в чучела она не села. И ушла вот опять же в те крепи. Что ты будешь делать? Ну, нет, ну вот такая охота. Причем, я не понимаю, это то ли рыбаки их подымают. То есть еще время-то, она еще не должна, по идее, летать, еще довольно светло. Я думаю, время к 6 туда, может, 5:30, ну, может, уже даже 6. Ну, в общем, я часы не брал сегодня, поэтому так вот по солнцу смотрю. Ну да, какие-то... Нет, движение птицы есть, безусловно, и она тут есть, это однозначно, но почему-то не хочет она... Ну, довольно открыто, они тут вот прорубили, мужики, вот это вот брешь, плешь, тут вот прям открытая. Ну и сзади, конечно, ребята, ну... Так-то она с головы, если идет, она меня тут срисовывает сверху, конечно. А глухой скрадок тут смысла никакого не имеет делать. Не, ну это же, ребят, просто праздник какой-то. Не пришлось добирать ничего. Ну это же надо, а. Так, давай-ка. Не, ну смотрите, красота какая. Ну, ребята, в общем-то, результат сегодняшней охоты. Я вам вот, это просто, да. Причем охота очень интересная такая. Она очень странная, я бы сказал. Ну, смотрите, какая красота. Это наша классическая кряква. И посмотрите, какая она жирненькая, эта утка. То есть это уже такая хорошая осенняя утка. Вот это, ребята, трофей, я считаю. Даже вот одна, но какая классная. В общем-то... Получилось очень интересно, то есть на меня она в лоб прям неожиданно летит, я ее под конец уже буквально заметил, что она летит, и стрельнул, и как-то странно, она вот расправив крылья за спину туда, за кусты, слышу шум на воду, когда вот утка садится, такой характерный шум. Ну, то есть, не было такого, что когда она вот шлепается, да, там прям удар такой хороший. А здесь как будто она просто села на воду. У меня мысли закрались, что я ее подранил. И обязательно, когда вот чучела бы сложил, я так и планировал, в принципе, посмотреть. Вот. Но боялся, что может в кусты куда-то, как обычно, подранки заплывают. Это очень плохо. А тут, ну, просто фонарем на открытой воде все красиво высветил. Она блеснула, то есть она светится так на контрасте темной воды. Все, вот, пожалуйста, добыто. В общем, ребята, с полем. По наблюдениям, сегодня движение, хоть и было какое-то движение птицы, но это все вялое. У меня такое ощущение, что они еще все-таки не перелиняли до конца. И вот еще такой период, у них идет перестроение, поэтому пока, ну, и такой стайности нету. Хотя такие стаи при, ну, сколько, ну, наверное, штук 7-8 точно сидела, когда я заходил в эту заводинку свою любимую. Она там всегда концентрируется, вот это железобетонно. Просто я это место, ну, уже знаю настолько, что утка это место любит. Но в чучела, опять же, ни одной подсадки, ребят, вот сегодня. Пока вот так вот. То есть, да, и был, конечно, такой момент, что вот эта четверка, я ее тоже под конец заметил, возможно, бы добыл еще и вторую утку, потому что одна отделилась, видать, все-таки на манок среагировала, и надо было бы мне, конечно, вставать и стрелять. Я все надеялся, что она закрутится и сядет. Нет, ну да ладно, это охота, ребят. Поэтому все равно я на самом деле сегодня доволен, то есть этой охотой.
И уже будем ждать, когда они все-таки будут в более такие крупные стаи. Еще пока, в принципе, тепло. Вот сейчас-то не холодно, ну, градусов 8. Ну, так уже пар изо рта, все, ниже 15 градусов. Градусов 8 сейчас. И уже такая луна. Завтра, наверное, погода будет хорошая. В общем, ребят, не прощаемся. Я еще планирую тоже, еще планирую все-таки посетить ту большую карту. Вот очень она мне понравилась и количеством птицы, и место такое интересное, и физически нормальная физкультура на лодке туда, там километра 2-2.5 туда-сюда. В общем, туда планирую. И разведаем еще старые места, на которые я еще вот в этом сезоне не ходил, если время хватит. В общем, ребята, не прощаюсь, пока увидимся. Всем ни пуха, ни пера. На это место я приезжал где-то 3 года назад. Именно вот с этого захода. Воды как нет, так и не было. Посмотрите, что творится. Это все вот уже мы знаем. Это все торф, то есть вы знаете. Я-то давно знаю. Все это безумно бешено сосет. Единственный момент, где можно спустить лодку, это, наверное, вот здесь вот. Как-то там помучиться, все это будет тебя засасывать, но, по крайней мере, берег тут недалеко. Да, это те самые охотничьи карты, это торф-карьеры, большие довольно-таки. Ну, назовем их средние. С двумя вот такими большими озерами, озерами, да, лужами. Конечно, до озера это до большого не дотягивает, но тем не менее. И вот там, вот где вот эти вот березнячок идет, вот эта посадка, за ним там большое озеро, на котором я сидел на такой хорошей бровке, где мужики там сделали такой скрадок, по всей видимости, на весеннюю охоту, но тем не менее. Но сейчас я боюсь, что просто туда, ну, физически никак не продраться, вот, потому что просто там будет вот примерно вот так, как и здесь. То есть вот. И на ту бровку я просто никак не вылезу. Я даже думаю, что вот какой-то ближайший вот этот островок, вот здесь вот, может быть, там твердая поверхность, и можно как-то вылезти и за него туда выкинуть чучела. Ну, по крайней мере, пока вот такой план. То есть далеко не уходить куда-то в дебри туда. Смысла это никакого практического не имеет, либо же вот в те углы, вот либо в тот угол пытаться залезть, либо вот в тот дальний угол. Ну и здесь, конечно, место преобразилось, ребят. Вот этого ничего не было. Мужики, ну и рыбаки, и охотники, конечно, тоже. Вот такой помостик здесь сделали, лавочку. Ну присел, вот так вот отдохнул, посидел, посозерцал здесь. Кто-то даже, может быть, отсюда прямо и стреляет. То есть вот я даже смотрю, фактически вот здесь что-то какие-то кусты воткнуты. Может быть, это было на весеннюю охоту, опять же, с подсадной, то есть воды тут было значительно больше, да, почему нет. И вот здесь, ну, и гильзы вот стреляные тут, пожалуйста, как всегда. То есть, ну, народ за собой не собирает, придется это делать мне. Поэтому, ребят, всегда гильзы за собой убирайте, это пластик, он не разлагается. Будний день, не рассчитываю я на большое количество охотников, хотя они тут, и вон цапля поднялась и пошла туда. Они всегда, это цапли, это прям здесь всегда на таких местах. Поэтому гонять ее, наверное, будет некому. Тем не менее, инстинкты никто не отменял. Будем работать в манок. Выгружаюсь, ребят, и пошел на воду. Будет что показать, покажу. Ну и по поиску тоже место высадки. Здесь слишком, конечно, близковат этот островок. И я думаю, если сюда все-таки придут охотники, а они сюда могут прийти, то, ну, естественно, птица там не сядет. Это будет просто испорченная охота. Ну и что ж там за стая за этот островок села? Большая стая. Сейчас будем выходить, и, может быть, удастся хотя бы ее фотоохотой позаниматься, видеоохотой снять. Красота. Ну, да, сейчас предстоит, конечно, потрудиться здесь с этой свысткой. То есть с посадкой, а потом еще и с высадкой. Ну ничего. И не такое бывало. Хорошо, что тут вот эта вот еще дощечка лежит. Молодцы, мужики. Так. Ладно, сейчас. Что ж там летает-то? Мы же это пастушки летают. Ну сейчас осело. Сейчас посмотрим.
Ну, да нет, тут как-то оттолкнуться можно, но вон это все трясина такая себе. Да, причем тут довольно глубоко сразу. Как, придется лодку все пачкать. Блин, это дело, ну ладно. Не, выгрызть тут можно без проблем, в принципе, с каким-то усилием, естественно. Вот так вот, потихоньку. Вот это вся жижа, вот. Это вся жижа. Ну, давайте, я вижу уже эти комментарии, все, специалистов, орнитологов. Давайте, ребят, что это за вид? Я считаю, что это болотный кулик. Ваше мнение? Он там подпрыгивает. Да хорошо им там. И причем я тут довольно близко-то от них, а они улетать-то не спешат. Окрас, да, смотрите? Окрас-то такой боровой достаточно, пестренький он, перья. Они что-то там чистят, перо. Подпрыгивают. Просто красота. Какие-то вон покрупнее сидят. Ребят, вот рукой подать. Ну сколько тут метров? 30-40 до них. Давайте еще ближе. Ну, красавцы. Как раз такой похож на боровы, на вальшнапа чем-то. Пестренькие перья есть, но клювики такие короче у них. Да, вон там покрупнее есть. Есть помельче, покрупнее. Целые здоровенные стаи этих куликов. Кто на них, ребят, охотится? Я вот ни разу не охотился. Как они в плане пищевой ценности? Не улетают, смотри-ка. О, оттуда утка крякает. Утка отвечает. Все, пошли потихоньку, пошли, давай, вперед. Давай, давай, давай. Ох ты, красота какая. Вон они пошли. Над водой ходят прям. Ну и эти тоже снялись. А это маленькая. Так тут еще вон это трясогузочки что ли сидят маленькие. Вот они пошли. А видно, да, как будто бы утка летит маленькая. Где-то оттуда крякнула утка. Ну вот интересно, ребят, видовое разнообразие. Ух ты, ребята, а там у нас что? Там белая. Белая цапля, что ли? Ничего себе. Это красная книга у нас считается. В области. Даже две, по-моему. Да, ребята, это две белых цапли. И это красная книга у нас. Еще одна. Три белых цапли, обалдеть. Да, ничего себе, это красная книга. Может, уже вывели, не знаю. Но это редкий вид точно у нас был. И доселе я единожды я видел, и не на этих картах, а на тех, где сейчас торф активно добывают. Его и здесь добывают, но, видимо, сместилось, и тут развелась экосистема. Вот это редкость. Да, ребята, вот это да. Не буду я к ним близко подплывать, потому что пусть они там живут. Да, видимо, им прям очень хорошо. Нет, не вижу никакого смысла я плыть вот на то озеро, где я стоял в прошлом году.
мало там птицы. Как правило, она туда редко садится, вот, и потом просто сейчас туда не продраться. А здесь, да. Ну, давайте еще вот сюда вот. Время пока есть, я уже наметил. Сюда вот выброшу чучела. Здесь как раз-таки хорошо, такой подковкой рассажу, чтобы, если что, она подсаживалась. А там вот тоже угол хороший, но берега все вот такое вот. Вот такой, ну просто никак. Никак туда не прорваться. Хорошо сел. В общем, вот так вот это все выглядит. Примял я тростничок, как обычно, чуть-чуть подломив его. При этом, вот когда сидишь, да, то есть обзор такой-то есть, то есть выхватить можно глазами, если она подсядет. Справа вот так вот, вообще красота. Сзади просто шикарно. То есть вот это прямо классическое место для охоты с чучелами и духовым манком. Вот, ребят. И вот она. Вот они, чучалки, сидят. Вот она, присада. Ждем шикарных налетов этой стаи, которая ушла куда-то вот туда вот. За тот вот березняк, на ту большую лужу и куда-то еще дальше. Там они дальше, эти лужи, они идут. И вот одна из них, та самая крайняя, где просто, ну, где у меня и лодка там вся сломалась окончательно. И где там жесточайшие просто вот эти болотные топи. Продираться это просто. Вот, где ты вязнешь моментально сразу, и достать ноги требует огромных физических усилий. Ну, и вы все это видели. А кто не видел, я ссылочку оставлю в описании. Сейчас у вас появится где-то в углу экрана там подсказка с этим фильмом моим. Это еще конец августа, то есть это летний сезон охоты был. Конец августа был, и вот я туда продрался. Такая мечта была. Как там у меня все это получилось, это просто была уникальная охота. Сломалось все, что только можно. Ну, сами все увидите. Посмотрите обязательно. А здесь вот так. Вот так вот все изменилось. Так более того, я сейчас пообщался тут с рыбаком, он мимо проплывал вот это. Ну, поймал он там по 800 грамм таких сковородочных щучек. Молодец, ловит на МЭПС, на такой вот эту вертушку. И это самое, нормально. Но воды еще стало мало, потому что засыпали канал. Там речка была, засыпали они канал. Вот кто торфом этим занимается, торф добычей, и пересушили. И все здесь осыхает потихоньку. А откуда в воде-то? Не понял, пока я тут с вами. Ну, не знаю, утка это была или нет. Давайте охотиться начинать. Мало ли, вдруг она и сюда и сядет. По какой-то причине. Но почему бы нет? Я думаю, сегодня будет прекрасная вечерка в плане погоды, а вот дождя у нас не будет с вами. Ну, может, какой-то мелкий сейчас, да, уже, скорее всего, и сдует эти все облака.
Ветер у нас какой-то вообще южный, по-моему, да. И все это дело сдувает хорошо. И вот там вот ждет нас прекрасная вечерка. В общем, можно сказать, что на чучела можно не рассчитывать по причине того, что вот там, на той косе, стоят рыбаки. Вон они там ходят, бросают, активно переговариваются, там кричат, что-то радуются жизни. И ну как, какая здесь утка, какие здесь чучела? Видать, они там и останутся стоять на вечерку, может, они и охотники тоже. Но там шум такой стоит, какая птица. Ну, что поделать, люди тоже отдыхают, пусть кидают, рыбачат. В общем, на чучела рассчитывать смысла никакого не имеет. Посмотрим. Вот это, если только потемно, вот когда они уйдут, вот она, когда, как там у меня вот было на тех топях, когда она уже вообще просто на сумраке села отдыхать, уже конкретно на ночевку, может быть, только тогда. Пока вообще даже смысла нету. Я даже уже в манок-то и не работаю, ну, потому что это бесполезное занятие. Ну, ребята, смотрите, какая красота, солнце озаряет чучела. И там дальше, вон они сидят, те две белые красавицы, белые цапли краснокнижные. Где-то, видимо, еще что-то сидит, вот там рыба плещется, будь здоров, как. Весь тростничок такой озаренный, вот там на фоне лес. Вон они горделиво выгибают шеи. Отступает эта вот вся чернота. И вот очень красиво сейчас через этот тростник солнышко пробивается. Прям сижу, душа радуется. Ну и да, вон там то ли утка пошла, то ли кто там полетел. Ну, кто-то полетел. Просто, я просто, ребята, радуюсь природе, радуюсь такой красоте. Этому вечернему солнцу, уже потихонечку уходящему. Скоро будет темнеть. Сижу, прекрасно, ветра нету, тепло, воздух, ну, кричит, видимо, там щука приличная, да. А может, ее так зазывает. Я манком, а он голосом. Наметили место посадки. Здесь хорошо, здесь сидит птица, все нормально. Посмотрим, что дальше будет. Ну, ребят, все, я встал со стульчика, потому что если полетит, то уже не в чучела, скорее всего. Ну, очень маленький шанс, что она прямо оттуда пойдет низом и сядет. Поэтому я привстал, да и уже темнеет, прям хорошо так темнеет. А чуть еще попозже, минут через 15-20, я вообще вон туда вылезу, на этот мысочек, и оттуда обзор лучше, но вообще ничего не летает, никакого лета нет, абсолютно никакого движения. Вся птица сидит, если она тут еще вообще концентрируется, потому что, ну, когда подходил та стая, ну, большая, да, но все, она единичная, похоже. Не кружит утка, не летает пока. Я думаю, что по темнозоре совсем пойдет. Выстрелов не слышно, ну, хотя и охотников сейчас меньше. Никто ее не подымает. Почему бы ей не сидеть, да? Все, ребят, стемнело. Стемнело уже очень прилично. Утка где-то охотники крякают, где-то утка покрякивает, но она не летает. То есть вообще лёта нет практически, она вся сидит. Ты, я так понимаю, её тут совсем немного стало. Села.
вроде есть. Так, ну не, ну это наша кряква. Это наша кряква. Вот она. Ох ты, красота какая. Ну вот, ребята, они пошли пожирнее. Они уже пожирнее, конечно. Да, это наша кряква. Причем, судя по клюву, зеленоватый, это селезень. И он еще не перелинявший. Вот так вот. Вроде бы это селезнек. Ну, в общем, это утка. Да. Вот. Насчет клюва не знаю. Сами, опять же, напишите в комментариях, знатоки. Говорят, что оранжевый клюв – это самка, а это самец. Не перелинявший самец. Ну, смотрите. Четко, причем я попал. Куда, пока непонятно, но, в общем-то, чисто битая птица, жирненькая. Все отлично. Собираю чучела и на берег. Там какой-то мужик все-таки что-то он там рыбачит. Что он там рыбачит, я не понимаю. Или он рыбачит, или что-то он там делает. Вот там, где мой пятак как раз. Ну что, ребят, перевернута еще одна страница из жизни охотника. И на этот раз, опять же, в единичном количестве добыта вот такая красавица утка. Вот такая кряква. Ну, я подозреваю, что все-таки это селезень, хотя многие могут со мной не согласиться. Зеленый клюв, не перелинявший селезень. Ну, посмотрите, какая жирненькая, да? В любом случае, это утка, это наша кряква. Я на берегу, опять же, весь в этом торфе, все это в грязи. Но я и ехал с целью вот именно на это место, с этой стороны заезд, с большого этого озера, которое практически все обмелело. Я 3 раза вставал сейчас с лодки, волоком ее тащил. Прямо на середине этого озера, потому что отмели везде. В общем-то, это была такая разведка по этой охоте. Ну, вы заметили, да, вообще у меня по одной, максимум 2 утки в этом сезоне. Не балую я вас количеством. Да, в принципе, ребята, не за этим мы ходим, сами понимаете. Удовольствие от охоты в любом случае получаешь. Особенно, вы же понимаете, я снимаю какие-то моменты вот эти. Я, например, сегодня был поражен то, что здесь... Я встретил белых цапель, которые у нас, как я вам уже говорил, в нашем области, в нашем регионе, в Красной книге находятся. Поэтому и кулики вот сидели прямо на вытянутой руке. Ну, это же красота, ребят. В принципе, затем и ходим. А сижу я на бревнышках, на дровах. Вот здесь машина на пятаке стоит. Это вот приехал мужик, я не знаю, он рыбак или охотник. В общем, он запасся тут дровами, видать, с ночевкой. По-моему, он жерлицы ставил, я не знаю. Ну, ходил с фонарем тоже по углам, по этому озеру. Мы с ним не пересекались. Вот. Ну, может быть, оно и к лучшему. Поэтому, ребят, вот так вот утка практически не летала. Ну, то есть только свист крыльев, когда вообще уже темнота. И здесь получилось вот с этой уткой, с этой добычей, получилось именно, ну, практически в точности повторение той охоты на утку, когда я был в топих. Еще раз, опять же, напоминаю, по ссылочке в описании, посмотрите. Там также она была подсела, то есть там вообще 3 их подсела, но вот эта одиночная была взята именно по силуэту. Но в этот раз было более-менее еще светло для глаз, то есть глаза, я в темноте в принципе хорошо вижу, глаза четко ее, ну тут там было, наверное, 20 метров, вот не больше, я потом, когда забрал, посмотрел, ну 20 метров. Ну и четко, она никуда особо даже не плыла, поэтому... Дробь ее накрыла сразу, она там побарахталась, чисто добытая. 1 выстрел, 1 утка, ребят. Вот это вот вам классика. Все-таки чучела работают, но по светлу утка туда не спешит садиться, я заметил. Именно почему-то в этом сезоне, в предыдущих садилась, все в порядке было, но почему-то не спешит. Хотя на ближних моих картах любимых, вы помните, да, это первый фильм сезона. Опять же, сейчас у вас будет подсказка в правом углу где-то, наверное, на экране. Вот посмотрите, этот фильм я начинал, это я открывался на этих картах. Там села прям хорошая стая, в принципе, в чучела по светлу. Не один черок, черок был добыт.
Хотя теперь я уже подозреваю, что, возможно, это свиясь неперелинявшая. Не знаю, серый клюв, серые лапки. Ну да, видимо. Ну, неважно. А сейчас вот потемно и садится правильно. Манок тоже дает свой эффект. То есть обозначение того, что здесь спокойно, тут сидят какие-то утки, чучела. И утка, видимо, это срисовывает. А так как все-таки охотники где-то присутствуют и рыбаки тоже, то она потом просто уже потемно сюда садится на ночевку. Это я так предполагаю, ребят, могу ошибаться, но по опыту, просто наблюдением, чучела все-таки работают. Наверное, манок какой-то эффект тоже производит, но в этом сезоне что-то вообще, что-то с чем-то. У меня такое ощущение, что просто все на месяц сдвинулось. Вот, и сейчас еще нету такого вот скопления, хотя поначалу стаи летали «Будь здоров», а сейчас такого скопления я не вижу. Не особо она концентрируется, но сидит она вся по кустам, да еще и не перелиняла практически. И где-то там на воде всплеск крыльев. Ладно, ребят, заканчиваю я разговоры. Вот. Это у меня просто традиция, не знаю, кому нравится общение вот такое вот, да, интерактивное со мной, или может кому-то не нравится, я уже по традиции привык просто, ребят, вам в качестве изложения краткого событий этой охоты и своего мнения, своих наблюдений каких-то, возможно, кому-то это даже будет полезно. В общем-то, наверное, вот на это место я уже больше, ну просто это очень грязно, я весь в грязи. Эту лодку отмывать, все это шмурдяк весь свой, весь в этой торфе, в болоте. В общем, здесь топи. И в этом сезоне просто я не вижу сюда смысла ехать. Я съезжу на большое туда. Скорее всего, будет у меня день еще. И, скорее всего, выходной, так, чтобы охотники ее погоняли хотя бы. Так что не прощаюсь, ребят. Большущей вам удачи с полем, кто добывает и там ни пуха, ни пера, кому предстоит охота. Погнал я уже ночь практически, все. Всем пока.